Мюнхенский суд принял решение о депортации в Молдавию 55-летнего бывшего вора в законе Петру Садника, известного также как Гилка или Попович, а в криминальном мире еще и как Мику. В марте этого года он был задержан немецкими правоохранителями за нелегальное проживание на территории страны, где находился в течение последних 3 лет. Помимо высылки ему еще и запретили в течение года въезжать в любую страну Евросоюза. Петр Садник известен тем, что стал в 1993 году первым молдавским вором в законе, к которому после развала СССР был сделан воровской подход. Позже его обвинили в причастности к убийству законника Евгения Грищенко, ЖЭКа, и лишили титула. В 2004 году у себя на родине Гилка за создание организованное преступное сообщество был приговорен к пожизненному заключению. В 2007 году по решению Европейского суда по правам человека пожизненное наказание было заменено Мику тюремным сроком, который истек 9 февраля 2015 года. С тех пор он пропал из поля зрения как правоохранителей, так и криминального мира.